Недвижимость Юрия Шатунова. Где живет кумир миллионов сейчас? Простой, скромный парень, таким знают певца почитатели таланта. Свое восхождение к славе он начал в интернате. Сегодня Юрий проживает в Германии, продолжает творческую карьеру, отдавая свободное время любимой семье. Детство в Башкирии. Жизненный путь Юрия, сказка про Золушку. Детдомовский паренек в 15 лет стал суперзвездой СССР, хотя музыкальной грамоте никогда не учился. Юра рожден в Башкирии, 6 сентября 1973 года. Раннее детство прошло в городе Кумертау. Родители Юрия – Вера Шатунова и Василий Клименко. Нельзя сказать, что его детство было счастливым и благополучным. Маме мальчика Вере Шатуновой было 18 лет, отцу Клименко Василию – 23 года. Радости от рождения сына было немного, отец даже не захотел дать младенцу свою фамилию. 4 года мальчик находился с бабушкой, мамой Веры. Жили около Кумертау, в селе Пятки. Когда Юре пошел 5-й, родители развелись. Вместе с ребенком Вера уехала в Савельевку. Там вышла второй раз замуж. Юра часто ссорился с отчимом, стал сбегать из дома, уезжать к бабушке. Когда Шатунову было 11 лет, тяжело заболела мама. Пришлось уйти жить в интернат номер 2 города Кумертау. Вскоре Вера скончалась, мальчика перевели в оренбургский интернат. Там Юра посещал музыкальный кружок и начал солировать в группе «Ласковый май». Квартиры в Москве и Сочи. Юра Шатунов владеет в Москве маленькой однокомнатной квартирой. Жилье находится в Южном округе на Кантемировской улице. По слухам, однушка – подарок тогдашнего московского мэра Лужкова. На самом деле жилплощадь юноша получил от государства. Выйдя из детдома, дали квартиру в столице, ведь детский дом находится в Оренбурге. Скорее всего, помог Лужков. Певец и сегодня прописан там. Шатунов не спешит ее продавать, живя постоянно за границей. Он останавливается там, когда бывает с гастролями. Есть у исполнителя квартира и в городе Сочи, это тоже подарок. Андрей Разин и Юрий Шатунов. Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин преподнес ключи от апартаментов Юрию в 2016 году. Квартира с дорогой дизайнерской отделкой расположена в отеле «Разин», которым владеет Андрей. Отставной продюсер и здесь не упустил выгоду, квартиру звезды постоянно снимают заезжие корреспонденты из бывшего Союза. Иногда останавливается и сам Шатунов. Дом в Мюнхене. Звезда советской эстрады давно живет в Германии. Здесь его семья, супруга Светлана, сын Денис, дочь Стелла. Семья Юрия. Юрий Шатунов отсудил у Разина 10 миллионов долларов, которые заработал концертной деятельностью. Когда деньги были получены, он купил большой особняк в городе. В доме Шатуновых есть современная студия, где сочиняются новые песни. Юрий сейчас желанный гость телепередач и значимая фигура российского шоу-биза. Фанаты его помнят, любят. В 2019 году музыкант проезжал с концертами по России. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.